знаю, что такое пиперкоки. Пиперкоки — это рождественское такое печенье, которое пекут в Эстонии на Рождество. Нам где-то понадобится такая вот заготовка, что называется, как тесто коричневого цвета. Пиперкоки, потому что называется пиперкоки, поскольку там добавлен перец. Но не думать, что оно горькое, ведь там добавлен еще и сахар и разные вкусные пряности. Для начала выберем это тесто и его раскатываем. Потом мы берем разные формочки, они могут быть совершенно любые. Вот, например, у меня гномик есть. К примеру, гномик или мороз, кто как думает. Берем и выдавливаем. Потом, например, берем следующую формочку, олень. Такой вот красивый. Тоже берем, то же самое делаем, с ним выдавливаем. Ну и есть очень разные формочки, это уже на ваш вкус. Будете покупать там или уже если есть. Также вот, если мы испечем их, вот 15 минут пройдет, и вот такая будет красивая заготовка. Еще не только такая, еще есть вот такие звездочки. Можно также, если у вас очень хорошая фантазия, можно внутри большого сердца маленькое сердце, и потом еще добавить туда карамельку. Она распечатается, будет очень прикольно. Вот тот же у нас тот самый, как его, гномик. Вот он. Потом, значит, мы берем любую нашу заготовку и украшаем ее глазурью. Это уже любой цвет можно взять. Самое распространенное — это белый и зеленый, но если вам хочется, не только хочется белого и зеленого, то есть еще оранжевый, желтый и так далее. Вот они, я тоже тут вот такие вот красивые, но оранжевый и самый, кстати, красивый. Итак, что же у нас теперь после того, как мы украсили, что у нас получается? У нас получается вот такая красота. Мало того, что красота, да еще это все очень вкусно. Чули ли вы эти пиперкоки к себе на Рождество? Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А если хотите узнать про мою жизнь, то заходите ко мне на мой инстаграм. Ссылка будет в описании. До новых встреч!